Ситуация с закрытием Чебоксарского молочного комбината «Данон» находится под особым контролем главы Чувашии. С января текущего года под угрозой увольнения оказались 106 работников предприятия. 53 уже устроены на новое место работы. Вот как нам прокомментировали ситуацию в Министерстве труда и социальной защиты Чувашии. 31 марта была проведена ярмарка вакансий на ОАО «Данон Россия». Свои вакансии представили «Ядрин молоко», «Янтиковский молочный завод», «Чебоксарская макаронно-кондитерская фабрика «Вавилон», «Чувашский бройлер», «Сахарок», «Яхтинг». Всего было предложено около 50 вакансий. Также для трудоустройства высвобождаемых работников прием ведется в центре занятости города Чебоксары в режиме одного окна, то есть внеочередной прием. Продолжает работу телефон горячей линии по вопросам трудоустройства работников данной организации. Телефон 58-29-32. И на предприятии размещен специальный стенд, на котором размещаются все вакансии города Чебоксары. В случае, если будут такие работники, которых не получится трудоустроить по их профессии, мы будем их переобучать. Тем, у кого подходит пенсионный возраст и имеет право на досрочную пенсию, будем выдавать направление для обращения в органы пенсионного фонда для назначения досрочной пенсии. И гражданам, признанным безработными, будет в обязательном порядке выплачиваться пособие по безработице. То есть, еще раз повторюсь, ни один человек не останется без нашего внимания. Мы всем поможем и всех трудоустроим.